Я вернулась! Ку-ку! Где ты была, дорогая? Я так устала. Маргарет, где твоя сестра? Лондон, 8 мая 1945 года. Война с Германией окончена. Мы празднуем День Победы в Европе. Сегодня такой чудесный день, и мы 6 лет уже живем в полном заточении. Отпустите нас, Лилибет, в город. Это неприемлемо. Элизабет, ты будущая королева. Я знаю, матушка, но мы с Маргарет тоже заслужили праздник. Отпусти ее. Другого шанса у нее может не быть. По мотивам нерассказанной истории. Мы идем в город инкогнито. А тиара случаем вас не выдаст, мэм? Да. Капитан Прайс и лейтенант Барридж будут вас сопровождать. Сопровождать? Они проводят вас в Риц и будут с вами весь вечер. Привет. Может, по одной, сэр? 2. 3. Быстрее, Лилибет! Маргарет! Как остановить автобус? Там кнопка. Лиззи. Джек, куда теперь? Казармы Челси? На Трафальгарскую площадь. Сохо, за вас. Сегодня все решаем мы. Можно пойти на танцы. Здрасте. Матушка рассердится. Где они? Пора начинать поиски. Отпустите его! А ты еще кто? Принцесса Елизавета! Принцесса? Когда народ обрел мир, ты мне весь вечер врала. Сегодня всем было плевать, кто я такая. Если бы не ты, у меня не было бы возможности быть обычной. Самый волшебный вечер в моей жизни. Будущая королева обрела свободу. Лилибет справится. Надеюсь. Забавный, чудесный фильм. Думал, у принцесс есть все, что они только пожелают. Может, настоящее, я желаю чего-то другого. Интересно, понимают ли люди, что завтра проснутся в другом мире? Мире Лилибет. Лондонские каникулы. Кстати, что такое веселый дом? Скоро в кинотеатрах.